Возможно, настанет момент, когда люди будут спрашивать, как играть мою песню недописанную, она же письмо. Но у меня уже есть ответ. Вот он. Я хотел бы заставить твой двор, чтоб там сильно воняло, но мне очень жаль соседей твоих, среди них есть хорошие люди, так что кары вонючей ты избежать. Но если б не они, то уже давным-давно ты не мог бы уснуть по ночам. Сквозь закрытые окна внутри тебе било бы запахом резким моча, и ты сошел бы с ума, или стал ночевать по соседним подвалам все следами дерьма, кошек бродячих. Этих там немало. Очень прошу, переедь в частный дом, жизнь твоя повернется вверх дном. Я жду терпеливо, так я знаю, об этом ты думаешь часто. Не волновались, послесловие я убрал.